Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Человек-паук. Итак, посмотрим. Сейчас мы только что были в музее. Ну, то есть в музее у босса там, у этого, которого за решетку отправили. Сейчас посмотрим. На свидание должны уйти. Давай. Мик стал итальянцем. Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну, в общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что во скорбь тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Правильно, зачем? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но... Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например... Деньги, или ключи, или клубничный бальзам? Ты помнишь, почему мы расстались? Не совсем, напомню. Это вопрос с подвохом, да? Спасённый сиреной. Поговорим потом. Иди. Спасённый сиреной. В атаку! Коп-человек. Кто? А, коп-человек-паук-коп. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Спасибо, старпёр. Привет, это я. Так. Что там с теми, кто идет по третьей? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не справился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Ой, так мне далеко куда-то надо. Только что спас мою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Подожди. Вооруженное ограбление. Соблюдайте осторожность. Питер, давай. Убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким шутам стоять у себя на пути. Ну а где здесь? С вами трудно не согласиться, док. Пока. Наверх. Ползем наверх. Стой. Внимание! Очевидец сообщил о сделке наркодилеров. Всем машинам, у нас происшествие в Брайанте. Вот он. Блин. Ну давай, во-первых, прыжок. Прошу прощения. Так. О, клёвый снимок. В
Да, где-то здесь он был. Давай, я здесь уже. Пора им перестать обижать слабых. Давай, еще разок. Че, все? Смешные вы, хулиганы. Че ты на крыше делаешь? Давай. Думал, ты выше. Мало ли что-то думал. Daily Bugle. Отличная газета. А после ухода Джеймсона даже лучше. Давай, 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 лети. Йоу! Вот за что он там зацепился, я даже не... представить не могу. За что там можно цепляться, когда нет стоять? Где-то здесь. Джентльмены, я вынужден просить вас уйти. Да. Да подождите вы. Да. На. Все. Гениальная идея. Грабить магазины в городе под защитой Человека-паука. Полетели дальше. Я напишу Юре. Нам сюда. Итак, достаем вас. Красота. Я знаю об этом. Слушай, я просто где какой объект тут находится? Вот он. То, что надо. Давай. Воу! Ой, что-то мне напоминает, где фотографировать-то надо было тоже. Где-то, блин, было такое, что надо было фотографировать. Если честно, не люблю я рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотнях. Не. Все, всех побил. Всех. Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что... Еще разок. Запутался? Нет. Летим. Господи, сейчас тут уже легче стало передвигаться. Давай, вот, откроем. Как раз. Давай, 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 давай. Еще немножечко. Вон она, вышка-то, я ее вижу.
Давай. Еще. Смотрим. Так. Вот так. Все открыли, открыли, открыли. Мне эта презентация пока не нужна города. Давай, 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 давай. Хопаньки. Еще сюда. Это что за универсальный солдат? Эй, Герман! Серьезно? Так. Ты меня не поймаешь. Ты это уже говорил. И... Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну уж и Герман. Точно. Поговорим. Я сказал, хватит болтать! Что-то энергетический какой-то он. Понял. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если давай, ты догоню. Если ты сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Я все сказал. Блин. Быстрей, быстрей! Еще немножко. Он еще по мне стреляет, падла. Блин. И как, куда мне его гнать-то надо? Я отстаю! Блин. Ладно, пока не будем отставать. Пока не будем отставать. Идем, идем. Давай, на, вот тебе. Еще. Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Поймал. Может, позже. Ну вот, неплохо уже кого-то поймал. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Шутник, ладно. Смотрим, что у нас там. Гаджеты, навыки. Вау, целых три. Это чего такое? Нажмите F после идеального уклонения от врага с винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Давай, возьмем. Нифига себе, три сразу ушло. Ладно. Ну, ладно, что было, тут гаджеты. Так, это паук у меня, да? А почему я не могу? Я его не придумал еще, или что? Костюмы. Да не, мне пока устраивает это. Это что-то открыл, но это как понимаю, надо
Надо модификации костюма. Это где-то надо улучшать, кажется, как я понимаю. У меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МЖ. Ну-ка, где у меня тут город? Ну, сфотографировать, конечно, можно. Но думаю, это вам будет неинтересно. Привет, МЖ. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Давай. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Вот так. Держи меня в курсе. Как я и говорил, за всем этим явно есть... Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Прибыл на место. Перекусываем. Ну, костюм классный. Тут уж спора нет. Так, опять к бедным пришел. Обычно в это время мистер Ли у себя. Идем. Мистер Ли. Ли-ли-ли. Давай, давай, давай. Блин. По лестнице приходится подниматься. Вот вообще забыл, что такое лестница. Летает с такой скоростью там по городу. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, пока. Любопытно. Интересная маска. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. А ты не думал, что ты пошел, когда азиаты нападали, к азиату? Он азиат, те азиаты. Это как минимум странно. Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Понятно. Демоны, значит. Хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Давай. Увидимся. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Уходим. Ну? И вот я в костюме опять. Кого выцеливаю на этот раз? Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Так, исследуй город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Ну, думаю, это я сделаю без вас, зрителей. Итак, вот мы прибыли на еще один склад. Ой, склад, стройку. Вот она. Надо ее исследовать. Юрий, на этой стройке преступников не меньше, чем на острове Райкера. Мне Ой. Не получить ордер на обыск. Если что, я тебя не прикрою. Ну, как всегда. Так. Так, тихо.
Да тихо ты. Спокойненько. Тихо. Где-то еще было, нет? Давай, подвесили. Обойди его. И второго также. Вот так. Хоп. Тихо. Осторожненько. Хреново, паутина! Блин. Пришпите его к земле. Вот нужна твоя башка. Ой. Сынок. Припозднились вы, но ничего, по роже я вам надавать успею. Так. Блин. Мы возьмем тебя живым или мертвым. Фиску без разницы. Долго ты там не проторчишь. Да тихо ты. Сейчас будет больно. Тихо, вот сюда. Уходим. Прибейте его наконец. Ублюдок. Да тихо ты. Серьезно? Еще? У меня вот столько друзей нет! Держитесь, мы справимся! Давай, вот... Человек-паук, я подняла отчеты. На стройку приходят грузы из подставных компаний картеля. Они перевозят наркотики? Это они зря. Сегодня явно не твой день! Ну-ка, не! Тихо. На. Что вы сделаете вот против вот этих лап? Я в паутине. На. Вот так, девушка. Отлично, подмога. Ребят, фиска тут нет. Могли бы просто слинять. Давай, иди. Да подожди. Еще кто-то есть. Да. Че, все что ли? Опять подкрепление?
Ну ладно бы вы хоть на клоунских машинках приезжали! Тебе повезло! Сейчас ты заткнешься навсегда! На! Да. Куда-то он упал. Чисто. О, не-не-не. Да. Давно не выйдет. Так нормально. Давай, подождем тебя. Когда ты спустишься, тебе не жить. Найди его кто-нибудь. Понравилось, человек-паук. Что это за дерьмо? Подожди, вот сейчас вот тебе понравится, посмотрим. Бунг. Все, это последний был. Тут кучка бандитов без сознания и новая модель наркотика в нетронутой упаковке. Отлично, я сочту это за анонимный звонок. Прекрасно. Так, идеальное уклонение 10 раз, хрен там, бесшумно нокаутировать 3 снайперов. Ну кто ж знал. Ну ладно, смотрим, что у меня тут. Вот сюда пойдем. А хотя вот какое-то, смотрите, задание. Сеть недоступная. Побочное задание. Давайте попробуем. О, навыки. Навыки, навыки. Удерж, чтобы выбить щиты, гранатометы, другие тяжелые. А, это два. Два надо. Хорошо. Гаджеты, гаджеты. Костюмы, костюмы. Ну, костюмы я так и не понял, как прокачивать. Их как-то надо в лабораторию устанавливать. Ладно. Мы рады, что вы в порядке. Спасибо. Просто дичь, эти парни. Давайте посмотрим, что вот это за дополнительное задание. Скажи честно. Счастье, что появился Человек-паук и остановил их. Вы что, не слушали? Он причина проблемы. Сеть недоступна. Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не я. А в смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? Ну, давай посмотрим, что я могу сделать. Никому не скажу, что ты нас взламывал. Я бы назвал это обменом. Шантаж. Но... Это шантаж. Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Так. Надо ориентироваться на сигнал. Давай посмотрим. Чем ближе я к глушилке, тем сильнее будет сигнал. Давай. Вот сюда мне. Точно куда-то сюда. Хоп. Подождите, это что такое я увидел? Ну-ка, давай-ка поднимемся. О, так я вроде как правильно бегу.
Люди Фиска. Смотрите, я в шоке. Тихо-тихо. На. На. Вырублю генератор помех. А где он? Я не для того старался, чтобы оставить все. Делают вот так. Все. Тяп-ляп. Тяп-ляп, да? Ну, первую-то мы... Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказал, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. Где-то недалеко. Вот здесь, наверное. Давай-давай-давай. Почему вы на вершине здания? О, они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Вы ж подкупили копа, чтобы он отключил систему. Все очень серьезно. Ему повезло. Вау! Подожди-ка. Кто же знал, что у вас подстраховщики такие? Да подождите вы. На. Нет. Хрен вы там проломи. Я вас всех сейчас завалю здесь. Избавимся от глушилки. Где она? Глушилка. Надо ее разбить. Или что, все зазря? Не. Иногда вандализм это правильно. А еще весело. Теперь мы хоть знаем, что они... Сработало, Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем, но промышлял он неподдельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Вон они. Осталось последнее. Какие высотки в этом районе, я еще не осмотрел. Давай. Беги, 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 беги. Нашел. Зачем нам эти глушилки? Вроде сказали, наш коп отключил и так все вышки. Кто-то их активирует заново, а мы не можем рисковать, нас могут засечь. Вижу Человека-паука! Эй, здесь Человек-паук! Давай! Так. Тихо. Вытащите меня! Ему повезло. Сегодня явно не твой день. На. Хочешь? Сейчас ты заткнешься. О, нет! На. Теперь надо сломать глушилку. Где она? Вот так.
Все, это последнее. Система должна заработать. Так. Навыки, блин, пока еще только один навык. Человек-паук, все снова работает. Я рад за вас. Так, а где у меня основное это задание? Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. Я гляну. Надо успеть добраться до дока. Так, не понял. Это как, это тоже, это же задание. Блин, это полный разворот. Давай. Ну тут недалеко вроде лететь-то. Давай. Уже почти прибыли. Осталось немного. Оружие. Хватит на целую армию. Не знаю, что они задумали, но явно ничего хорошего. Надо узнать, для чего им пушки. Так, я вас фотографировал в случае чего. Так, в тюрьме на воле, босс есть босс. Ага. А как мне? Потихонечку надо их, значит. Контакт, человек-паук! А как присесть? Есть функция такая, присесть есть вообще? Параметры. Так, фото, так, последний. Так, первое, прервать задание, продолжить последнее. Контрольная точка. Фото. Ну-ка, параметры. Назначение клавиш. Вправо, прыжок, бег, подтягивание. Усесться, пикировать. Режим воздушной акробатики. Ну, давайте попробуем. Нифига. Давай. Хоп. И еще одна. Контакт, человек-паук! На твоем месте я бы сбежал. На. Всех побил. На. Вот ты куда идешь за мной за угол? То зачем? Может, теперь пойму, что происходит. Давай, смотрим. Оружие, форма надзирателя, удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. Ой, ой. Извините, что спутал вам карты. Внимание! Те, кто мешает молодью, долго не живут. Подожди. Сегодня явно не твой день. На. 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 Бумк.
На, на. Вроде всех, да, побил? Ну, дальше полиция сама справится. Тут тоже все нормально работает. Спасибо, что помог восстановить систему. Я никому не скажу, что ты к ней подключаешься. Но если тебя застукают, уж извини. Я не понимаю, о чем вы говорите. Простите, мне еще нужно поудалять с серверов все мои селфи. Вот так вот. Так, получили. Уровень 10. Навыки. Где ты? Я просто обязан вот это иметь. А это что такое удерживать, чтобы бросить выбитое оружие во врагов, оглушая их? Пока и этого сойдет. Давайте. Выдвигаемся, у нас следующая миссия. Кстати, что у нас за следующая миссия? А, ну вот, туда и пойдем. Ладно, телепортируемся. Итак, вот мы добрались еще до одной синей точки. Давайте посмотрим, что здесь у нас ожидает. Говори. С моим мужем, Родриго. Он странно себя ведет, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, нет. В вопросах семейных отношений я вам не советчик. Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Он напуган, но мне ничего не говорит. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером. У клиники в Гринвиче. Ладно. Не волнуйтесь, Кармен. Я выясню, в чем там дело. Давай, пойдем. Клиника рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Вроде недалеко, сейчас попробуем, посмотрим. Давай. Хоп. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Если эта картинка всплывет, мне... Плохой ракурс. Тогда надо встать напротив. На. То, что вот надо. Так. Ну ладно, не помню. Если кому скажешь, я опубликую снимок. О, из-за снимка все. Че, мне остановить ее? Чертежи? Все серьезнее, чем я думал. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Кармен, сейчас скину вам фото. Вы знаете эту женщину? Нет, впервые вижу. О чем они разговаривали? Похоже, она его шантажирует. Она упомянула какие-то чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление, но мне нужно собрать больше улик. Куда если ты? Если что, обращайся. Хорошо, я посмотрю, куда она повезет чертежи. До скорого. Блин, едешь куда-то? Куда ты намылилась? Еще одна жертва или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. Так, нажмите, чтобы прицелиться. А, вот так вот, да, можно? Да, как увидел снимок, сразу стал шок. Родриго всегда был тряпкой. Вот обрадуется. Есть. Дай-ка посмотрю. Вот это я понимаю. Что вы там делаете? Мне пора на поезд. Не хочу заставлять его ждать. Сегодня мы сорвем большой куш. Ой-ой-ой. Это точно. Сколько людей тут замешано? Надо проследить за ним. Да.
давай. Где он хочет зайти? Надо подрубиться к системе метро, узнать маршрут следования. Давай, 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 давай. Кармен, она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон, лучший друг из колледжа. Пару лет назад его посадили за грабеж. Чертежи казино и бывший зэк. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто еще в этом замешан. Для налета на казино им потребуется еще хотя бы водитель и взломщик. Я люблю фильмы про ограбление. Я уж понял. Если что выясню, дам вам знать. А чё, не могу через дом пройти так? Было бы прикольно. А, немножечко осталось-то. Приехали. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. Давай. Он идет в офисное здание. А мне туда как? Ну, по общим чутьем я его пока еще вижу. Давай. Вот так. Роман готов. Мы уже опаздываем. Погнали. Они уезжают. И что мне за ними следовать? Этих улик вполне хватит. Осталось задержать машину. Так. Нужно догнать. Догоним. По крайней мере. Я так думаю, что догоним. А вот они, они. Это кто? Человек-паук? Давай, на. Первый есть. Второй есть. Давай, 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 давай. Первую машину остановил. Да тихо ты. Связали. Связали. И опа. Остановили машину. Обожаю срывать планы. Вот так. Кармен, предотвратили. Руслан вашего мужа и его шайка не поедут в славный город Атлантик-Сити. Спасибо. Я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Дишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно, если он даст показания против шантажистов. Да. Не то я покажу ему, что бояться надо меня, а не Дишона. Спасибо, паук.
Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!